Юрий Павлович, в следующем году будет отмечаться юбилей Дня Победы, а в 2017 году столетие русской революции. Как исторический факультет МГУ будет отмечать эти памятные даты? Есть ли какие-то планы уже? И то, и другое, конечно, будет отмечаться, будут проводиться и конференции, создаваться труды. Но мы замыслили, например, труды, посвященные юбилею войны, начинать большие в этом году, в юбилейном году, в 2015 году, а завершить в 2020 созданием сложных каких-то очень серьезных работ. Потому что такие вещи не делаются мгновенно, они готовятся. И кроме того, накоплен огромнейший архивный материал по истории Великой Отечественной войны, по истории Второй мировой войны. Добавить к этому можно, конечно, что-то, но это дополнение должно осуществляться системно, оно идет медленно, здесь скоропалительность не нужна. Мы подведем обязательно те итоги историографического изучения, которые были, но пойдем дальше, готовя очень серьезные большие труды в течение 5 лет.